Добавь больше, пожалуйста. Вы услышали приставал только что, да? И без колебаний откликнулись на него. Кикни людей. Офнут. Че? Те из вас, кто смог. Может, зайдут. Войдут в ряды серебряного алмаза, который направится в цитадель. Из глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников. Научиться ты где? Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Чем мучиться не вижу. Ага, вот. Третий заберем, третий забирай. Не ходи эту хуйню с меня, пожалуйста, я бить не могу. Жирин решил 4 стака подождать. Он решил вообще все подождать. Алина, ну подбеги ко всем, за ОЕш. Тебя слева никто бить отдельно не будет. Молодец, набрал стаки у меня. Дряга, подымай ханта. Вставай. Давайте баф ханта, класку кулак, Христо баф лап интеллект. Правый червя, блин. Ну, а тема зашла уже. Пошла и полгода. Подальше от слизней отойдите, рейд. Это РДД касается. Сейчас еще раз блевание. Кровь забирай. Это как губительный газ хуйня кидается. Я пока не могу прочитать это заклинание. На ближней цели. Еще раз пройдись. Еще раз. Все на колени подымай, Рамзеса. Вставай, Рамзес. Здесь уже. Там... Да, Рук, что ты стоял в луже, Рук? Заберите босса с герцогини. Неинтересно. Она когда переползает, она меняет фазу свою, типа ползучая и стоячая, да? О нет, сейчас вливание. Смотри, поменяла сейчас она стоячая. Может будет рейд. Да. Надо рейдж ставить. Ледяным дыханием следующего бойца. Понял теперь я, как они работают. Дайте баф Фумару, плиз. Ну давайте, утро первая сака, герцогиня вторая, если не на КД. Я в параличе герцогиня. Поделите ауру. Да, там поставьте фрост ауру еще. О, по-моему, хант. Сейчас умрет, смотри, 45%. Повезло ему. Дайте рост один.
чудовища! Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Повару, плиз. Каску поварам. И по призту плаха дать. Магов нету в рейде, скольте стак из босса. Дайте роги, пожалуйста. Спасибо. Дать, что там тебе дать еще? Какой баф? Крестобаф? Еще баф. Крестобаф еще. Ауру на магию огня. Паладин. Давайте в портал играем. Посвященная метка. Забежали от лужи. Испели магию. Вулкан сейчас появится. Будем играть в вулкан, герцогиня Ильи. Убежали опять от лужи. Вулкан сейчас играем. Диспелли магию с босса. Вулкан все сыграли. Именно хп можно дать. Сакру прожать. Все эти сбросы заклинания. Добейте мобов. Отфиги, слышишь? Что? ХДК от ВД, блин, встать не могли. Лужа, блин, под боссом. Да там справа нам можно встать. Бейте босса. Порталы не бейте. Гибель Вильфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Так. Решение смотрим. Мейн. Вот маги Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды. Ваша смерть. Не пускайте босса. Боссу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отрядом. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Да-да-да. Забыл. Вот эта херня и выбор. Хотели запятнать честь Альянса. Да я забыл сказать.
Забыл, что еще, ну, это тренер на хила падает. Вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Танк Антрения Порула. Того, что ждет нас в будущем. Короче, не знаю, где ты, какой пати, Андреага, наверное, тени было при убийстве или что-то. Блядь, пагрили. Ну, ничего страшного, бейте, я лока все. Эфир раздаем. Герцогиня Вара, Джерион ДК, играй. Подыми Гордобу. Утроп Рогу. Лока играем, сейчас метку повешу. Ой, сейчас ассиста дам. Есть БРы? На тебе ассиста. На кого метку? На Лока. На Лока, на Сирису. Сейчас найду. Мою цель можно. Там еще инф есть. Поставил звезду, бьем. Блять, что-то я сагрил, да? Ну либо ты, либо тотемы, которые справа стоят. Ну, скорее всего ты. Ох. Размазня. Это плохо. По возможности Шабада заберите сейчас рейн. Пожалуйста, без тебя. Пока на пульс его. Дим на ману, пожалуйста. Даю на ману. Звезду играем. Если Лока добили. Лока же добили. Кружочек, контрольте, пожалуйста. А меня все на колени поднял, да? Подымай. А, подожди. Так. Подымай Рудеуса. Это хил. Кружок сейчас будем бить после звезды. Рудеус, пой гимноману сразу. Давайте в кружок, это Энх, походу, да? Судя по всему, да. Вот и хватит, не спи куда, пушка. Шоку в рейде бегать от него. Там и ДК в рейде. Звезду потом холи пола. Мы к Роге близко стоим, Рога ваншотнет. Ну, за весь бой ваншотнул только хила. Давайте быстрее, два хила осталось в рейде. Вот этого дурака кружочек надо поконтролить. Потом бить хила приста квадрат. Диспельте бабу. Подожди, а танка тренинга тоже по ИПГП, я забыл уже? Да. Да, понятно. Тогда тренинг с ласта не по ИПГП. Вроде тоже по ИПГП было. Нет, она ситуативная, она не писанная даже. Кто там? Давайте хантал, кружок.
Дизарм, дизарм, дайте. Все, я снял, я снял. Следующий вар, снимите оружие. Взял такое свое оружие, снял, в сумку положил. И такое может быть. Крогин, максимально рейнджу подходите. РДД. Близко подойдете, убьет. Я снял пухи. Поднимите меня, разрулю вещи. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. А рыбу кто-нибудь ставил? Битва с королем Личом. Ого, Элдер Титан, можешь это в рейд-чат написать? Дильди, хочешь? Всегда будешь со мной в рейды ходить. Тэмми, тэмми, бери. А чё он сделал, чё он сделал? Он броню режет. Да? Да, ну нихера себе. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Элдер Титан, это ты же Паша? Встречу вам поднимают... Не помню, а, в РСТЛ паладин был. Валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнут... Просвещенный, чё ты хочешь? А, щиток, потом вам. Сейчас это пьемана начнем. Блин, есть рыбалка? А, ты не Паша? Думал, ты Паша. Ладно. Давно было дело. Ну, пошли к нам в гильдию. Танки начинайте. Перекинешь. ДПС убивается, наверное. У Троба хильти, у него 22% осталось. Спецспособность, смотри. Сменяем цвет. Светлый портал берем. Священный, что ты не поменял цвет просвещенный? Ловите темные шары, видите, по вам урон идет.
Темный портал в зале, темную арку дня. Надо сказ сбить. Кто сбил каст? Джей? Ну, покажи. Может, я сбил. Выбор. Ну, выбор Бетрик забирается от чата. Спасибо. Пускайте, босс. А можете пробавить, пожалуйста? Ты все еще сомневаешься? Горды, паладин, мы примем любой вызов. Почему ты все думаешь, что я Войд? Уже кукувася и просвещенный. Может, они после резки подумали, что типа РЛ для тебя и РЛ. Мы будем Войдом. Все будем Войдами. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нурсала. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших членов будут принадлежать. А кто знает, сколько внутри РСК убила? 10. Я так и думал. Что ты думал? Что 10? Ну на. Так, кто будет бить и танчить трэш? А, все, два протопала же. Дайте бафы, пожалуйста. Да, я скажу про Сакуру. Давайте бафы. Все на колени. Это место станет вашей могилой. Вот, 4 минуты идем с пула. Денег никто не будет собирать, целка.
Там или варенька, или шаманка, то есть. Бегите, смена цели, бегите. Там нет смены цели, просто надо отбегать от... Это убило человека, на котором это... Ну, он багается. Посвящённый просто пьяненький, наверное. Дряга, поднимай его. Можете спеть гимн Амана. Пою. Появляется босс. Что уводить от трейда. Это его не надо уже все, кто записал чатом, хотите вступать на гильдию на среды каждый день? Станьте за дроками такими. Кашнику уже сколько? 5 шмоток, что ли? Походу. 1, 2, 3, 4, 5 лечей уже дотонул.